Здравствуйте, вы на канале Маковка. И у нас для вас есть хорошая новость. Теперь вам не придется складывать вдвое любимую пряжу Газал Baby Wool, поскольку отныне она выпускается в новой, более толстой вариации Baby Wool XL. И вот так они выглядят. Ну наконец-то Газал сделала мягкие шелковистые нитки Baby Wool потолще. Напомню, что в старом варианте было 200 метров на 50 грамм, а новые уже 100 метров на 50 грамм, то есть эта нитка стала ровно в 2 раза толще. Прежний вариант Baby Wool остался в продаже, было бы глупо его снимать. То есть сейчас можно на полочках магазина видеть и Baby Wool, и Baby Wool XL. И вот у нас две эти ниточки рядом. Этикеточки, конечно, очень похожи, но некоторые отличия все же есть. У тонких ниток название Baby Wool написано красным цветом, у толстых черным цветом, плюс еще добавлены большие буквы XL. По составу эти нитки совершенно идентичны. 40% здесь акрил, 20% кашемир PA, скорее всего это какой-то синтетический кашемир, и 40% ланомерина, мериносовая шерсть. Вот. А рекомендации по подбору спицы крючка, естественно, отличаются. В Baby Wool XL рекомендованный номер крючка 3 мм, а спиц 4,5-5 мм. В обычном Baby Wool рекомендовали спицы номер 3, хотя на наш взгляд можно было брать и поменьше спицы, чтобы петельки ложились более плотненько. Я специально взяла моточки одного цвета, чтобы можно было их сравнить. Первое, что бросается в глаза в пряже XL Baby Wool, некоторая неоднородность окраса. Как будто что-то белесое присутствует в нитке. На самом деле эта неоднородность есть и в тонких Baby Wool, но из-за того, что нитка тонкая, ее незаметно. Нитка мягкая, шелковистая, слабо кручена. Вот некоторые моточки других цветов, и здесь тоже есть вот эта вот легкая неоднородность в цвете. Теперь по цветовой гамме. Она отличается. То есть в палитре XL есть цвета, которых нет в тонких Baby Wool. Вот, например, 832-й. Такой красивый, легкий бирюзовый цвет. Вот. Или 835-й. Очень необычный, кофейный, тоже очень красивый цвет. Также новый. Или вот такой насыщенный желтый 837. Ну, таких цветов достаточно много новых. Часть цветов дублируется, и в этом случае номер цвета абсолютно совпадает. Вот у наших синих ниток мы видим номер цвета 802. И такой же номер 802 с добавкой XL у толстых Baby Wool. Что интересно, номер партии тоже одинаковый. Дальше, сейчас мы свяжем образец и посмотрим, как ложатся петельки в XL Baby Wool. Рекомендованный номер спиц 4,5-5 мм. Я взяла четверку, и почему-то мне кажется, что вязать ими тоже будет отлично. Кто вязал нитками Baby Wool, знает, что после стирки петельки не выравниваются. То есть, если во время вязки у вас слишком большой номер спиц и петельки лягли неровно, то после стирки они не вытянутся, не станут ровненькими, а такими и останутся. Это особенность данной нитки. Поэтому у спицы лучше брать чуть меньше, нежели чуть больше. Провязав половину образца, возьмем спицы номер 5. Вот у меня есть спицы пятерочка. И следующую половину провяжем спицами номер 5. Итак, наш образец готов. Что можно отметить? Петельки ложатся довольно ровненько, вот вы видите на экране. Нитка вяжется легко, но поскольку у этой нитки слабая крутка, то легче будет вязать более острыми спицами. То есть старайтесь брать спицы с острыми кончиками. Я вяжу плотненько, но при этом вязание на спице 4 мм не вызвало никаких затруднений. Мне кажется, для вязания, например, зимней плотненькой шапочки спицы четверка даже больше подойдут, чем 4,5 или 5. Когда я перешла на пятерку,
Вязка стала чуть рыхлее. Вот на образце видно, что верхняя часть стала немножечко шире, она расширилась. При этом петельки точно так же ровненько легли. То есть нет большой разницы между четверкой и пятеркой, то есть петельки как хорошо ложатся и там, так и тут. Последнее испытание на сегодня. Намочим наш образец и посмотрим, как он себя поведет и как петельки будут выглядеть. О боже, нет, кажется, вода немного покрасилась. Если честно, я этого не ожидала. Нитки темно-синие немного полиняли. Это не смертельно, но зная, что такое может быть, лучше не комбинировать их со светлыми оттенками. Скажу больше, по нашему опыту может быть такое, что один цвет ниток линяет, а другой нет. Бывает даже, что партии от партии отличаются по степени линьки. Во всем остальном никаких особых изменений образца мы больше не наблюдаем. Он мягенький, тепленький, петельки ложатся ровненько, даже лучше, чем в тонком бэби-вуле. Так что надеюсь, что нитки XL Babywool вам также понравятся, как и обычный Babywool Gazelle. На сегодня все. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал Маковка. Пока!